Итак, мы с вами набираемся съемочного опыта с этой камеры Sony X3000, и вот она стоит, X3000. Запечатлевается все, что тут у нас делается. Я убрал теннисный стол и со своего спортзальчика я сделал съемочную студию. Вот у меня экранчик от этой камеры, которую я управляю. И в любом случае съемка пошла. Так, в любом случае, для того, чтобы чему-то научиться, помимо теории, должна быть практика. Практика, в данном случае, съемочная практика. Надо снимать, пробовать, отбирать, учиться этому. То есть, одно дело прочитал, другое дело ты увидел отснятый материал, третье дело ты его смонтировал, четвертое дело ты глянул, как все это выглядит. И в итоге ужаснулся, переделал. И так много раз для того, чтобы что-то получилось такое дельное, понимаете, дельное. Это в любом деле такое. Надо набить руку. Что я еще хочу сказать? Как раз это будет такое съемочное видение. Будет съемочное видео. О, зашумела канализация в доме. Значит, это будет съемочное видео. Вернее, это видеосъемка. Как раз посвящена этому тренировочному процессу. Вчера я находился в Ростове-на-Дону. Был на чемпионате России по тяжелой атлетике. Был заключительный день. Выступали штангисты самого тяжелого веса, свыше 105 килограммов. Я как раз присутствовал на этом. И вот хочу с вами поделиться чем? Тем, чем я занимался в своей юности. Потому что мы как-то друг друга знаем по профессии, там, по детству, еще почему-то. И судим о том, чем человек занимался. Его увлечениях, его профессии. Но у каждого человека их довольно-таки много. И вот одно из моих таких сильных увлечений, это как раз была тяжелая атлетика. Она способствовала тому, что здесь также необходимо не столько работать ногами, руками, как головой. Для того, чтобы выстроить тренировочный процесс, чтобы росла сила, результаты и многое другое. Ну и вот я хочу вам показать, где я был вчера. И вот интересно, я снимал до этого на две камеры с зеленым фоном. И что у меня получалось? На одной камере, вот это тут как-то майка-то у меня была синяя тогда, и вот то, что я хотел показать фоном, шло у меня на майке. Сейчас я сменил майку, и вот этот зеленый фон, то, что со мной было вчера, я хочу, чтобы это было за моей спиной. Вот такое вот пробное видео, тренировочное видео, для того, чтобы последующие съемки были лучше, лучше. Сегодня ночью, где-то в 4 часа ночи, это уже следующего дня, я улетаю в Турцию на недельку, и оттуда я ничего не буду вести, буду просто делать съемки. Потому что не беру с собой компьютер, там и так много различных вещей, уже все это надоело за тобой тягать.
Ну что, на этом я заканчиваю свое тренировочное видео. На этом я заканчиваю свое тренировочное видео. Кстати, и говорить надо научиться. По крайней мере, я сижу, вот одна камера, вот другая камера. А за этой камерой сидите вы. И вот надо научиться говорить с вами через камеру. Это также непростое занятие. Большинство работают по суфлеру. Ну, я не знаю, блогер или нет, а телевидение все на суфлерах. Вякнула эта камера, она включилась. Где подключение? Нажимаем пультик, все, она включилась. До новых встреч!